Друзья мои, всех приветствую. Сегодня на канале очень интересное видео. Неспроста сейчас вы видите два муравья. Кто следит за моим телеграм-каналом, тот уже знает, о чем пойдет речь. Начну я с этого ножа. Это муравей. Ножны выполнены из кожи растительного дубления. Тиснение, голова муравья. Уже обновленный подвес, который я делаю, жесткий подвес на пояс, шейный подвес и удержание хлястика. В остальном все то же самое. Нож муравей. Сталь на этом муравье. Ванакс, 63 единицы по рокулу, латунные штифты, темлячная трубка карбон. На темляке имеется микарта, из этого же кусочка сделанная. Также имеется ровная, цепкая, но не наминающая насечка. И продольный сатин на финише. Очень удобный малыш для шейника. Просто незаменим этим ножом. Сейчас я таким же ножом сам пользуюсь, только из Элмакса. Это один из невостребованных пока. То есть, ну, не объявился пока хозяин. Я так немножко, ну, в общем, пытаюсь понять, переосмыслить, может быть. И вот, друзья мои, пользование муравьем такое долгое, к чему меня привело. Плавно переходим во вторую часть видео. К чему меня это привело? Это меня привело к муравью 2. Забегая вперед, друзья мои, скажу, что скорее всего будет и муравей 3. В голове у себя я его уже нарисовал, осталось только нарисовать его в Corel. И скорее всего он будет. А если найдется заказчик, который... Ну, как вот этот, кстати, заказчик, да, хочу сказать спасибо этому заказчику. Предыдущее видео с ловцом снов, это тоже его нож. И было сказано так, вот мы определились с муравьем, человек купил ловец снов. И по второму муравью я говорю, давайте попробуем сделать муравья 2. Давно, говорю, хочу. Он говорит, все, вот муравьи, и дальше делай, что хочешь. Я обожаю, друзья мои, таких заказчиков, которые, вот определившись с моделью, дают мне карт-бланш, все, у меня тогда творческие муки меня отпускают, и я уже все, как говорится, дайте в руки мне баян. Вот, итак, муравей 2, кожа растительного дубления. Сейчас вы поймете, почему здесь хлястик оранжевого цвета. Кожа растительного дубления. Вот почему. Конструктив такой же, как и на этом ноже. То есть все то же самое. И почему ножны двухцветные, друзья мои? Да потому что это муравей 2. Это, друзья мои, муравей 2. Сделал я его вот так. На рукояти авторская микарта от брусков. Очень крутая, очень яркая, насыщенная. Штифты также двухсоставные. Темлячная трубка, латунь. Сталь на этом ноже также Ванакс. Как же без насечки? И в чем различие? Блин, тороплюсь, чтобы петличка не села. А вот в чем, друзья мои. Этот нож, ну, по сути, как бы вытянутая. Но вытянут не только клинок, да? Там, ну, где-то миллиметров 7 разница. А еще и рукоять. И, ну, что душой кривить? Этот нож будет поудобней. Но клинок ощущается из-за того, что нож как бы вытянутый, ощущается значительно длиннее, чем вот этот, когда в руке берешь. Ну, прям значительно длиннее ощущается. Вот. Как шейник я бы взял скорее вот этот, но этот нож для меня уже, ну, я бы посчитал его полноразмерным. Наверное, так. Вот. Но по удобству он поудобней. Да, и буквально пару дней назад родилась у меня мысль про муравья 3. Сделать его вообще в полном размере. То есть не шейник, а полноразмерный нож. Муравей 3. Ну, в общем, не знаю.
пока. Но вот такая вот, такой вот яркий муравей. Может, назову большой муравей, типа там марабунта или что-нибудь такое. Вот. Все, друзья мои, надо срочно ехать мне в командировку. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, делитесь своим мнением. Друзья мои, всем пока, до новых встреч.